Городок. Что такое, а? Что такое? А ну, вали отсюда. Это мой бак. Это все, вот это вот моя территория. Я прошу прощения, коллега. Дело в том, что я здесь человек новый. Еще не вполне овладел, так сказать, профессиональной проблематикой и корпоративной этикой. Чего? Но... Ты чего несешь? Это мой бак. Хочешь урок получить? Такую вашу позицию считаю крайне несбалансированной и весьма контрпродуктивной. Но я надеюсь, мы найдем точки соприкосновения. Угу. Причем соприкосновение будет прямо вот сейчас. Вот. Ну что такое? Ну что вам, мусору что ли жалко? Ну вот чисто по-человечески. Где здесь чисто? Что тут вообще по-человечески? Ну ладно, поройся пока, раз уж ты новенький. Благодарю. Пожалуйста. Не, а кем ты раньше был? Работал в банковской сфере. Аналитик, специалист, консультант по кредитам. Да. Так, значит, по кредитам говоришь? Угу. Ну, я все понял. Чтобы духу твоего здесь не было. А то я не успею оглянуться, как ты и меня выищу сделаешь, а? Вали отсюда, ты, вали! Конечно. Вали, пока я тебе ноги не побрала, послушай!